Мы приехали в другую деревню к отцу нашего зятя, к свёкру Озли. Посмотрите, какая здесь гора, каньон. Или камьон, как его называют. Посмотрим, кто там гавкает. Козочки. Привет, привет. Ой, сразу запахло навозом. Ой, какашками. Деревня. А маки какие здесь, смотрите. Маки, маки. Красные маки. Видите, сколько у него. Сколько животных. И бараны, коз. Добро пожаловать на мой канал. И не забудьте подписаться. Мираба. Хош булду. Посмотрите. Здесь они прячутся от тени, от солнца. Посмотрите, куда залезли даже. Вы видите, какие интересные, как стоят на этих камнях. А почему, может, земля горячая? Какие они интересные. Привет! Папа Рамазана. И сразу доят, вы видите, козье молоко. Как интересно. Aşkım, bu Ramazan ya baba, hayır. Abi, ben de şaşırdım. Знаете, кто брат его еще? Я перепутала. Что-то думаю, очень молодой. Это брат старший. Видите, сейчас как будет доить она. Аппарат gibi kullanıyor diye dünya yetiştirdim. Kayfa açıklar, İsmet Kayfi'ye de gidemiyor, çıkışamıyor. Camileri kapattılar. Cihazdan ağıra çevirdi diyordu hani bir zaman var ya. Demek ki gerekirse oluyorum. Ona da iyiydi, сколько целое ведро. Hastalık var canım, mecbur. O zaman da İkinci Dünya Savaşı'na sokaca girecekti. Mühimmat yiyormuş adamı. Çıkayut. At bağladı değil. Чихают аж кем-то. Как интересно, так? Не правда ли? На, сюташка. На скипу. Сюда. Хош булдук. Алай мы кушаем. Аннары не. А? Это все ихнее. Это все ихнее. Моя красавица. Заловка. Привет! Друзья! Привет, друзья! На собаку! Селям! Мои хорошие! Какие вы разные все! Вот
Вот я смотрю, что в деревне все курят. Такое дерево огромное, и они под ним в тени здесь. Там еще один дом, видите, какой, какая гора. А это, посмотрите, там точно кто-то раньше жил. Мне кажется, это исторические места. Какие-то катакомбы. Сейчас мы пойдем к свекру в дом. Посмотрите, я ревную. Мой муж так стоял, смотрел, и это за блондинка. Посмотрите, что творит блондинка. Это мой мужчина. Seni hamı yapar. Aşkım gözleri, gözleri. Dur, gözleri. Dur biraz da. А ну посмотри. Как она лезет на Ашкыма. Как интересно за ними наблюдать. Вообще, вот муж ей помогает, чем-то кормит, она в это время доит. Я смотрю, какая у них интересная жизнь. Во-первых, им сиськи все завязали, и вот эти гнягнята хотят кушать. Видите, где вот эти подвязаны? Это грудь, чтобы вымя завязали им, чтобы эти ягнята, или как их там, козлята, не выпили молоко. И вот уже сколько... Два таких огромных ведра, это третье. Представляете, как интересно вообще. Вот это очень интересно. А эти бодаются. Как интересно. Кавга, кавга. Полис, полис. А Малкачук. Короче, очень интересно. А вот и папа Рамазана. Видите, какой он? Худенькие все такие. Аккуратненькие. Вот их сколько детей. Еще одна сестра есть в городе. У нас Мерсина. Сбежала. Аккуратненькие, чистенькие все. Сейчас молоко будет процеживать и будет делать сыр из него. Козий сыр. Такие приспособления здесь на улице. Невестка. Процеживать надо, потому что грязно, видите, волосы все. Интересно. Пошли мы туда, в дом.
вот и дом. Onları beraber yaşıyorlar. Karı kocalar. Ama baba yok. Onun evi yukarıda, araba park ettiniz ya. Babam orada. Это здесь живет. Кто живет, сейчас скажу. Старший брат. Угу. Видно, что хозяйка сразу. Цветочки. И там цветочки. Женщина в доме, поэтому так все красиво. Köpek var mı? Yok yok. Смотрите, здесь тоже хозяйство. Какое хозяйство! Вы видите? И курочки. Иди ко мне, иди, иди. Иди. Гости к вам, гости, привет, привет. Привет, мои хорошие. Да, да. Потерялся ты? Мама. Мама. А вот, друзья мои, какое я удовольствие получила от сегодняшнего дня. Посмотрите сами. А здесь уже какие-то... А это бараны, по-моему. Или козлята. Какие-то они другие. А, те здесь подстриженные красавцы. Вы поняли? Здесь более ухоженные такие. Может, они их стригут и потом... Что-то здесь очень красивые козлята. Я даже спутала их. Видите? Такой дом здесь. Не знаю, чей это, что. Вот. Где находится дом. Ну, а вот и дом. Onları beraber yaşıyorlar. Karı kocalar. Ama baba. Yok. Onun evi yukarıda, araba park ettiniz ya. Babam orada? Это здесь живет. Кто живет, сейчас скажу. Старший брат. Угу. Видно, что хозяйка сразу. Цветочки. И там цветочки. Женщина в доме, поэтому так все красиво. Köpek var mı? Yok yok. Смотрите, здесь тоже хозяйство. Какое хозяйство! Вы видите? И курочки. Иди ко мне, иди, иди. Иди. Гости к вам, гости, привет, привет. Привет, мои хорошие. Да, да. Потерялся ты? Мама. Мама. А вот, друзья мои, какое я удовольствие получила от сегодняшнего дня. Посмотрите сами. А здесь уже какие-то... А это бараны, по-моему. Или козлята. Какие-то они другие. А, те здесь подстриженные красавцы. Вы поняли? Здесь более ухоженные такие.
Может, они их стригут, и потом... Что-то здесь очень красивые козлята, я даже спутала их. Видите? Такой дом здесь, не знаю, чей это, что. Вот, где находится дом. Я хожу по всей территории, чтобы снять у них, что у них здесь посеяно. Но я смотрю, что один луг здесь пока. А там курятник находится. Розочки я вижу. Такие хорошие кустики. Вот это, по-моему, верба, да? Не так ли верба? А, точно. Видите, какой куст верба? Как я хочу его. Своя верба будет. Ну как же его взять, а? Сейчас я тогда сорву пару штук. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления. А вот такой вот дом у отца ихнего. Здесь вот я смотрю, сено они хранят. На дороге. Видите? Вот такой домик. Жировое варенье. В общем, такое удовольствие я получила. Столько чего увидела здесь необычного. Бахчаёк. Такой вот дом. Ну, внутри хорош. Все есть так. Снаружи, может, не такой хорошенький, да. Видите, папа отдельно живет, сыновья отдельно живут. Такая собачка красивая, соседская. Поехали мы.